на канале принцессы Миланы. И, кстати, знаете, что значит этот значок на этой шапке? Это значит значок поставить лайк и подписаться на мой канал. Я подожду. Подписался? Молодец! Давайте же начнем нашу распаковку посылок. Сегодня мы распаковываем 3 посылки. Давайте же начнем с первой посылки на сегодня. Посылочки больше ничего нет. Давайте же откроем. Это такая резинка, как браслет можно надеть. Это можно как... Это резинка для волос. С ушками-зайчиками она вот тут тянется. Вот тут она черно-белая. Очень прикольная резинка с ушками-зайки. Давайте эту милую резинку с ушками отложим в сторону и откроем следующую посылку. А это кукла брелки на ключи. Вот я заметила сейчас некачество. Нога поломанная. А вот тут нет, тут все ровно. Ну, вот такие очень милые и красивые. Вот тут темно, кстати, розовый, вот тут розовые. Очень красивые куколки. На ключи или на портфель там повесить. Давайте их отложим в сторону и откроем последнюю посылку на сегодня. Это вот такие игрушки для моего младшего братика. Ванная. Это пароход. Они такие пищат. Это вертолет. Это... И осталась машина. Вот такие вот игрушки для моего братика. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока!